Заслуги врачей не переоценить. Те, кому многие обязаны здоровьем и даже жизнью. Башир Паров стать врачом решил еще в детстве. В школе он всегда тяготел к естественно-научным дисциплинам – биологии и химии. В 90-м году поступил в Краснодарский медицинский институт. Тогда он назывался Краснодарский медицинский институт имени Красной Армии. Сейчас он Кубанский государственный медицинский университет. И закончил его в 96-м году. Вот, после этого прошел интернатуру по общей хирургии с курсом урологии с 96 по 97. И с 97 по 99 год закончил клиническую ординатуру по урологии. Башир Паров в отделении урологии, единственном в регионе, работает уже 24 года. Говорит, в 99-м, когда он пришел работать в ИРКБ, было сложно. Не хватало специалистов и оборудования. 99-й год – это был тяжелый год, потому что было очень много беженцев, особенно с Чеченской республики. Не хватало мест, очень много было пациентов. Некуда было их положить. Очень много операций. В день 4-5 операций. И нас было всего трое врачей. Заведующий был у нас Ахмед Горчханов. Вот. Мы работали очень, я сказал бы. Мы приходили утром в 8 и где-то в 8 вечера и уходили. Сейчас работается легче. Оснащение отделения уже помогает проводить малоинвазивные операции, что помогает сократить и период восстановления больных. Очень много больных урологических. Вообще наша республика, она является пандемичным регионом для урологических больных, особенно по мочекаменной болезни. Вот, но сейчас, раньше мы их оперировали открыто, вот, сейчас есть оборудование, которое позволяет нам эндоскопически дробить камни в мочеточниках, в почке. Вот. Малоинвазивные, да, то есть это нету раны, пациент на второй день спокойно передвигается, на третий, четвертый день выписывается. Заболевания почек и надпочечников, мочевыделительной системы, инфекционные и воспалительные процессы в брюшной полости. Существует мнение, что уролог – это только мужской врач. На деле же к специалистам этой области обращаются разные категории пациентов. Кисты почек оперируем. Оперируем на мочевом пузыре, то есть все доброкачественные, злокачественные образования мочевого пузыря, предстательной железы. Сострадание и деликатность с пациентами и коллегами у него в крови. Чтобы стать отличным специалистом, соответствующего образования мало. Важно еще быть хорошим и сильным человеком, умеющим найти подход к каждому пациенту, признается Башир Даудович. Или болезнь. Он должен лечить самого больного, душу, если примерно... Как сказал Сократ, если после беседы с врачом больному не стало легче, ну, это плохой врач. Вот. Поэтому стараемся как-то и словом лечим, настроением своим заряжаем. И, естественно, лечение обычное, медицинское, там, в виде... консервативное, оперативное лечение занимаемся. Врачей во всем мире объединяет не только знание латыни, клятва Гиппократа и белый халат, но и готовность самоотверженно работать на благо людей. И лучшая награда для них – это признание коллег и благодарность от пациентов. Да вы знаете, на протяжении вот этого месяца мы практически днем и ночью на связи с ним. У меня здесь супруг лежит. Вот ровно сегодня 4 недели, как мы здесь. Как врач, как специалист, он очень золотой человек. Только с хорошей стороны его можно поблагодарить и все самые хорошие отзывы сказать. В свой профессиональный праздник, Международный день врача и Международный день уролога, Башир Даудович, как всегда, на работе. Тамара Хшагульгова, Султан Магушков, Новости 24.